Пидор. Вот, кстати, все дрова обновили. The new objectives. I need ammo now. Так, у меня уже половина скачет. Так что ты, Богдан, на работу не пойдешь, да? Так ты что, гонишь? Аптеку хотя бы далеко бросали. Блять. Сидят кемперят. Так. Ну одно хорошо, у меня завтра еще работа, а послезавтра я полдня выходной. Так, да, ребят, трансляции вроде бы нет. А чё? Не знаю. Да проверим. Да нет, у меня в программе, мне показывает черный экран там он. Так, попробуем. На лошади. Для моей трансляции клан Угар. Ну, то есть напиши, чтобы была первая, чтобы все смотрели. Идёт? We have armed objective да, DMR тебе выпишет какой-то. Да ёбаный насрать, я вот... Фу, ебаный, откуда ты меня убил? Легче. Ну чё, пошла трансляция? Да, 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 идём. We have armed objective apples. Ты видел там губы нужно создавать именно с... О, небо на коне, смотри. Небо на коне? Да, небо на коне, глянь. Посмотри на тебя, посмотри на небо. Посмотри на коня, посмотри на небо. Вон там, небо, ну давай его капай. А я в такой жопу. Мне не нужно, чтобы отчумаривать, когда папа не может, да ёпта. Wait. Так, а тут что, прокачка тоже идет, да? Ну, тут как бы, я так понял, дают за звание игровую валюту и за нее покупают. Блин, по мне какой-то снайпер лупит. А оружие здесь вообще, да, хер да ни хера. Очень тяжелая дача, надо снайперки или ДМР, ну, в Раше. Жалко, что только одна карта, правда. Почему? Ну, в бете то одна карта, все. Только в пустыне и все? Да. Не будет у той зеленой. Ну, по крайней мере, на стройках я видел только одну карту. Может, завтра добавят, я не знаю. Не уточнял. Но сейчас в настройках одна карта и все. Ну, когда сервер рисуешь. А, кстати, как вам менюшка? Да, что-то. На, пи-пи-пи-пи. Вот видишь, да. Доску, вот этого француза надо. Так, блядь, граната. Так, граната, ну, Тань, что ты сделал, Тань? Чего? Тань, а вот, все нормально. Блин. Нормально. Я не знаю, никого не вижу. Одни кемпедристы сидят, их надо тяжелыми гранатами закидывать. И танки не штурмуют еще. Вообще прелесть. Уже можно? А, ну можно. Гранатами чертей закидываем. We have armed objectives. Ой, ужас. Не хочу на работу. Да, дача жесть. Да еще меню, блять, не на этого надо. Не, ну меню-то до задницы, но не прицелы, не то надо. Так, что тут еще? И саппорт. Что это за колокольчики? А, бомба, ёпта здесь. А я думаю, что тут эти колокольня какая-то возле меня тут в ухо мне. Ах ты га... Так, поставь все как...
Плюха турецкая, блять, моего друга убила. Так, оружие. Есть, с пулеметиком. На, под танк, я под танк уфигачу, кстати, сейчас еще будет леволюшн, типа, пустыня, типа, вот она на рашке есть, ты видел, зомби-рус. Ой, ужас, кандер, блядь. Блядь, а у меня, короче, дрова, походу, кривые стоят, я же говорю, у меня были такие проблемы, но с четвертой оно особо не возникало. 4-7. Я зашел... Это на максималку, то есть у меня стояло автоматически. Я зашел, меня выкидывают моментально. Я думаю, да что за хуйня? Сейчас на минималке вроде бы ничего, надо вот дрова, конечно, обновить этот. Таня, переустанавливать. А у тебя iPad-ый? А? Да. А, есть, Левку. Он можно покупать, вижу. Это надо именно настройки, и можно покупать, короче, все, что надо тебе. Оружие, пистолеты. Короче, а-ля Hardline, да? Да. Да, по-другому, чем Hardline, скорее как это. Звездные войны. Ну тут убивать нужно хотя бы со снайперки с расстояния. Типа друг. Четвертым разом, да, убивал, наверное. Короче, павлушка к нам присоединится часа через два где-то. Мы с павлушкой играли, кстати. Когда вы? Да вот только что ж. Полчаса тому назад. Я так поздно зашел. Угу. Я уже по привычке. Просто перед зомби отказал. Че, стрим идет, да, наш? Не знаю. Богдан идет? Да, 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 идет. Надо его в общий чат кинуть. Да. Ну, чтоб люди наши посмотрели. Ок. Там, я как там это шедоплеем тоже активно пользуюсь это. Богдан, да я пока не до этого, потому что штырю, у меня вот вылетало, сейчас я проверю. Графон чуть накручу, а потом шедоплей запущу. Так, гранату на... Блядь, ничего гранату кидать. А, на G. Это ты такой, у тебя же еще, помню, есть противотанк. А я не знаю, кем я играю. Понятно. Сука. Я сразу, кстати, взял саперную лопатку. Никаких клейморов тебе, да? We have taken out objective. Габа. Прямая трансляция. Такое впечатление, что тут уже каждый винчестер себе понабрал. Чё там, 5-10, не айс. Танков нет. Мудрит один человек. Я догадываюсь, кто, ну ладно. Богдан. Кому-то разонравилось. Нормально. Сейчас видео. Я думаю, за полчасика наберешься. Я хочу на коне. А с коня можно стрелять? Можно, а тут есть типа винчестер, такой на заряд. Подожди, так оружие как покупать? Там именно надо кастомайз нажать. У меня третий рулик. Не, ну вообще, как бы, знаешь, вроде бы что-то прикольно, но... Ну, еще очень непривычен, что еще могу сказать. Очень, прям очень. Да меня там шагна долбит постоянно кто-то. Конь. Блядь, это я на нем приехал. Блядь. Ржаков. Зарезал саблей. Ржаков конь стоял, а у него голова тут забыла. Ну вот да. Все, привет. Как жизнь?
Слушай, нам надо выкинуть всех с отрядом, сейчас вдвоем бежать. Да, пусть спанятся пока. Да нахуй они... Нас же двое, а только. Да хотя бы больше шансов на победу. Блять, блять! Жопа она. А, у меня с патронами, я понял. Надо Сереге да, позвонить, кстати. Сказать, пускай приезжает до меня, хоть подкуп посмотрит. А у него интернета нету. Алло, алло, что там делаешь? Блять. Не подрубили тебе ничего? Алло, да. Да? Ну хочешь на меня сегодня потягивать? Я там вкусняшки дойду, я вам первую батву играю. Небо. Вот, что это такое? Чего-чего? А, да не вопрос. Так, уберите пиратного трипа. Ладно, окей, ну давай, вы возьмите. Ну, подъезжай, чё. Ага, давай, посмотрим, давай. Давай, давай. Не, ну без прицела тяжело, хотя их тоже можно покупать вроде. Ну что, мы сегодня будем ебашиться, все равно ждали. Так, все, а поставили как бы. Танк француз. Блять, да взорвали. Молодцы. Пойду я в кафе его сделаю. Блять, непривычно этот. А, я же это отключил, пробую. Нет. Смотри, кто Алка на первом месте. Это типа топа, видишь? What the fuck вот это? Я не могу смотреть. Бля, какая конфетка, да? Роме позвони. Прикинь, Рома сверху нее завалил. Богдан, ты видишь этот бред? А сколько я набил? Подожди, где посмотрим? Ну с этот, скорборд. А, 15-13, ничего себе. Не, вот, кстати, хороший винчестер. Тот, что... Ладно, небо, сейчас я пойду кофеечку себе сделаю-то. О, Лёха 61 рус, это Зёмик мой брат. Сейчас я...
gonna destroy the objective. There's a shock trooper. Так, уже двоих. Shock trooper, watch it. We have taken this prisoner. What is this? Просто жесть. О, я на этом танце поехал, который маленький. А, ну он крутой, француз. Все, держи его. Там, кстати, на двойку, по идее, дробовик. Пехоту классно. Ага, да, я вижу. Дробь. Все. Чинита на три. Все, а, по мне пришли двое. Все, ты дистанцию на нем держи и коси пехоту. Все. Богдан, ты тут? Богдан не с нами. Вот, кстати, тут классно, что можно скипнуть этот, понял? Ревайв, то есть не ждешь вот этот долгий киллкам? Че-че-че? Тут можно скипнуть ревайв, понял? То есть не ждать долгий киллкам, как того, кто тебя убил и все такое. Можно просто БСП зажать и снова в бой рейнуться. А, да, прикольно. Не, хочу еще на коня. Так, суки, вылазьте, я сейчас вас грохну. Все, я на коне. Так, подожди, мы атакуем опять? Да. Шевелись, плотва! Так, а он тут не ускоряется, он едет с одной скоростью. На шифте вроде бы слегка ускоряется, не так. Да, по-моему, нет. Ну вот тут очень, да. Ой-ой-ой. Over there's an enemy shock trooper. Так же самое чипагать можно как четвёрт. We have armed objective apples. Не, мне нравится винчестер вот это, понял? Дает конику. У него классный винчестер и хорошие эти самые. Приспособление. То есть аптечка есть, это круто. We have armed objective butter. Все, сейчас рваню. We have taken out objective apples. Что такое? Wait for the enemy artillery barrage to stop firing. Танк. Француз. У меня танк этот большой. А, я думал, ты... как там его там? Лэндшип. Я по нему два кита дал. The new objectives. Мне тяжело без мультика без мозга. Да ну на. Enemy tank spotted. Пиздец, что делать? Enemy tank. We have armed objective butter. Мы убиваем. Я думал, ты стрим смотришь. Да, я бриться пошел. Что-то ты быстро побрился. Ты не представляешь, как я могу быстро побриться, когда я сильно тороплюсь. Рожа, правда, а так нормально. Правда, кровь вот точит со всех щелей, да? Да-да-да. Не, на самом деле, просто сейчас это бриться взял. We have taken out objective butter. Кстати, надо узнать, тут же штык можно вешать и типа ускоряться со штыком, тупо брать. А, да, вот это заколоть. Такой. Не, парни, мне там что-то не туда, походу, было. Вообще, это что, это выбрасывает? Да. We have taken out objective butter. Можно скопировать? А я же скинул скрин. Не, не скрином, а скопировать, чтобы enemy artillery barrage to stop firing. Да, 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 да.
Да это что-то коряво у меня стоит. Беда и еще что-то. Сейчас вообще все умрет. А вот 50-ка? Нет. Let's destroy the objective. 70-ка. Over there! Да, тут не поймешь, тут не такая быстрая скорость полета будет. Каким-то префайром хорошим надо брать. Ой-ой, на счастье, что там плохо. А выражение даже не видно. We have armed objective apples. Destroy the damn objective! Карта разобрал, да? А чё у меня запуск серии не мог запускать? Да. Это песик, это твин чейсер. Поначалу нравилось. А так забегать. Да, круто. We have all the objectives captured. Это он тут жесткий дед. Гадина. Двери нужно закрывать. Не хорош 19-11. Да, он везде хороший. We have taken out objective butter. Как говорил Зомбирус, если хорош 911 в игре, значит игра хороша. First aid, use it. Правда, команда дерьмовый бонус. А я все тут 911 близи просто. Ammo, pick it up. Attack the new objectives. Так, перезагрузил. Так, тут ладно, сейчас все выказаны. Не, бывает ловлю призы, не, ну что сказать. Я сейчас стримлю на ультра. Come on, destroy the objective. We have armed objective apples. We have armed objective butter. The enemy has defused objective apples. We have armed objective apples. Да, можно даже вместе тут действительно заряжать. Поставить это. Нет, там, конечно, маленький. We have taken out objective button. Не, вот 19-11 это бомба. Да. Ну, бомба это понятно. Я думаю, если точнее, то это уже надо.
будет тут весь этот распаковывать. О, ребят, это было круто. Запись идет, Богдан? Да, идет стрим. А, Димас может, да? Ну, я только что принял, да, шел. 19.11, это круто. Дня, да? Проработал первую. 19-11, это круто, да? Ну смотри, 16 убил, 9 из них это 19-11. Это реально крутой пистолет. Просто вблизи достал и... Ну да, то что тут снайперки ваншотят, это, блять. Ну вообще, тут скорость да. полета пули очень низкая, довольно. Так, Небо, а ты где играешь? Что-то я тебя не могу найти. По мне коннект. Так, что я там заработал? Тут же, понимаешь, понимаешь левел, получаешь бабло. За бабло это можешь покупать. Богдан тоже зашел, я смотрю. Тут. Я еще ни черта не зашел, я пишу, что мне не запускается игра долбанная. А я что, в этом записано, что я играю уже, что ли? Да. Да. Не, Unknown написано, неизвестная игра. Ну я понял. Какой-то там мод, какой мод? Так, все, теперь мы обороняем. Все, я на так, француза. Так, подожди, все, я к тебе не могу зайти. Как тут по тебе зайти? Инвинтин оф парк, вот это что? Не знаю, у нас на сервере есть место по любому. Блять, я не туда подошу. Блин, как-то вообще по странам стреляет. Не, ну за оборону тут на французе будет точно круто. Это глупо. Что, у меня экзешник висит в бегстве. Дебил на меня с пулемета стреляет с лэндшип. Он же, ты же мне ничего не сделает. Глоб. О, дебилы. Так, ты заглохнешь. Так, я, по-моему, понял, что нужно сделать сейчас. Переложить икону, да? Ну, да. Так, сейчас. Два танка, они не могут снять этих самых. Танк бросил, ну идиоты. We have defused objective Alpha. Enemy coordinates have been sent to our artillery. Как-то вообще его никто не пометил. User joined your channel. Ага. Да-да. Танки вообще непривычно, конечно. Вообще не такой танк, да? Не, надо было, наверное, тяжелый брать и тебя защищать, а не француза. Тяжелый, он просто по нему долго надо хуячить. Ну да, не лэндшип, а именно тяжелый. У него дуло разворачивается хреново, но зато можно... Блять, везде лэндшип. Что за лэндшип? Ну это здоровенная байда. We have defused objective. Блин, Небо, а как вас обязать? Ну, наведи его вправо, в самое право, по идее. И там появится вообще, кто у тебя в друзьях, кто играет. Да я вижу, но я что-то пытаюсь. Онлайн гейм, что-то
Пошли там. Ну ты же до этого на мне заспанился же как-то. Нет, ты по мне. А, нет, да. Ты ко мне зашел и написал GoTS. Ну, приглашает, ну ладно. Посмотрим. Пригласи меня, есть там привоз? Так. Сейчас. Разберусь. Так, а как подсоединиться? Таня. А, вот, вижу небо, вот оно. Все, прыгаю. А, нет. А че я не могу законнектиться, а? Я тоже не могу, Саня, по тебе. Так, у нас сервер на 24 рейла, у нас 11, 32. И в моей команде 12, на 32. А у меня пишется, что ты вообще на пустом сервере. Нет, ты не играешь. Не, у меня играешь, ну вот он, небо, но он на пустом сервере. Я могу только... Подожди. Серьезно, ребят, не знаю, я ко мне коннектился, вы ко мне. А ну-ка, они банан пришли. Да не, пожди, я быстрее, так. Я пытаюсь на какой-то раз зайти, как вы меня кинете, вы кинете. И прикольно, конечно. Осталось 15 минут, чтобы выйти на работу. Надеюсь, здесь не встречу гаишников. Не, а мы держим точку, значит у нас нормальная команда. Они не держали вообще. Не знаю, небо не хочет тебе, я вот пытаюсь. Пишет Фил Джон Север. Может, давай ты ко мне потом прыгнешь на захват, Ляня, я перезахожу. Ну давай я к тебе. Блядь, ну мне это обидно. У меня сейчас 200 FPS, вот оно. А как ограничение поставить на видюху, чтобы не много FPS не вытягивало? Ты разве что электропитание можешь снизить. Зачем? Может, мне из-за этого что-то выламывает что-то. Я буду ржать, если она еще будет сейчас более оптимизированная, чем четверка. Она, ну как сказать, ну я же говорю, записываю. А, вот, я вижу Богдан где-то играет. Вот, я к Богдану прыгаю, вроде бы. Ну, походу, Ксане не смогли законнектиться, потому что это... Мест не было. Мест не было, да. Ну да, что-то писал. С этим интерфейсом снова еще надо разбираться. Так. Итак, я на коне, и у меня 82 FPS. Сколько? А вон вижу к тебе Джой. Лил. The game fell, it cannot join. Fell it. User joined your channel. Не, не хочет. У вас то ли там сервер забит. И тоже, и Богдану сейчас не хотеть тоже. Подожди, тут можно, мне кажется, какой-то лобби. Подожди, вот видишь вот эти вот плюсики, смотри. Небо. Да. Можешь вот здесь как-то создавать лобби, а потом всей кучей нам сам сервер подбирать. Давайте, и типа, кто владелец лобби, тот подключается ко всем, да, по идее? Ты сейчас в игре, нет? Я сейчас в игре. Блин. Ну вот, небо, ты вроде как у меня в лобби. Так, сейчас... Привет. Привет, Даш. Привет. Отправил Джеймсу инвайт. Богдан, посмотри, что у тебя там было. Да, что, я в игре сейчас. Я в игре, и я пока что прозреваю. Так, опции, видео. Видео у меня стоит. О, да, угол обзора побольше сделаем. Да, кстати, очень интересные настройки. Оно, походу, само коннектится. Вот сейчас, по идее, должен... Ну, вот ты у меня светишься, что у меня право, вот твой этот... Ну, все выглядит очень красиво. Не, я хай поставил. К
короче говоря, Beach Gaming это не до Full HD Monic, 950-я карточка, i5 и вуаля, 70 кадров, я вот сейчас бегу по пустыне возле танка, очень даже. Капец, все здесь вообще непривычное. Я тоже на Марке еду, смотри. Так с Марка можно стрелять? Первый человек стреляет. Блин. Что-то пикает у меня, как не знаю что. Меня турок замочит какой-то. Короче, мне на это не стоит ограничение на FPS, у меня, походу дела, по максимально FPS она вытягивает, из-за этого она захлебывается. У меня же проблема стоит это. Медик. Да поставь себе этот долбанный вертикальной синхронизации и не дрочи себе мозги. Да и похуй. Ой, да ну его в плане 60 кадров, как это плохо. Знаете что, я вот сейчас заметил, колючая проволока режет, и почему-то у меня игра отобрала мой джип. Пиздец, танк, я его мать ебал, блять. Я не вижу врагов на карте. А я тоже еду уже, блять, минут 5, наверное, через пустыню. Ага, это наступление, летающие текстуры. Давайте в одну лобби. Прыгайте по мне, у меня вроде как... Тоже ни хрена. User in your channel timed out. Так. Ради интереса хоть оперативно. Не, по идее я сейчас гружусь, да? Я не пойму, мне какой-то да, нет, что-то я нажал да, и у меня что-то перезагрузка какая-то пошла. У меня тоже какая-то перезагрузка уже. Сейчас все узнавать надо, блин. Я же говорю, надо, чтобы сейчас кто-то, неважно. И в менюху, ну это вообще какая-то задница. Это вообще я зашел в какой-то какой-то. Нет, тут только два режима, захват и. А, штурм там у меня сейчас. Бля, типа вообще утро 30 минут, не спать. Это тебя танки из этого. Из железного капута, это жесть. Железный капут. Мне кажется, сейчас из него выскочит какой-нибудь жранкель или дранкель. Ну да. Я не знаю, по идее, этих... по Богдану с могу этой, нажать. Как она там? Бля, что за хуйня? Не, ну ребят, это бета, это... Ай, ёпта! Не, уже типа нормально, хотя бы меня навело на сервер Богдана, пишет место в очереди один. Ну хотя бы уже я буду ждать, знаешь, что коннектится, а тогда просто посылала меня в жопу. О, ебать, такое ощущение, что нет с оптикой, потому что я смотрю в прицел в мушку, но я не вижу врага. Ну тогда без мушки. Не, в мушке тяжело стрелять. Тут какие-то прицелы есть, типа. Как Red Dot, только там вместо этого красного, короче, этого пикселя, там какие-то полоски самые нарисованы, ну, грубо говоря. Ну я понял, понял. Да, ленточки красные такие. Там. А, здесь можно скипнуть даже ревайв. Вот это вот мне прикололо. Да, мне дико бесило, когда тебя убили, ты еще, блядь, 10 секунд бегаешь, казалось, да мне посрать. Я бы уже, может, там снарягу поменял, что-то еще, выбрал место, где я могу заспавниться, и еще что-то, долбил там заспавниться на танке, что-то еще. Нет, я буду ждать, пока, ну, вы поняли. А аптечкой нельзя самого себя штыркнуть, да? Можно. Наверное, нет. Как? А там медпакет, он выглядит, а не этот самый, а не как. А, о, все, шприц все, это дефиб. Надо ты местами поменяй. Все, я понял. Короче, ширнуть это... Поднять дефиб. Это поднять, да.
На медпакет. Ебать, я пулемет нашел, пиздец им теперь. Чок, тут, кстати, батл. Батл пикапа есть. Мини-карта. Ну я подобрал какой-то ебунячий пулемет. Ну это батл пикап, тут два батл пикапа. Один из них огнемет, второй, по идее, это тяжелый пулемет. И по идее это весь в броне должен быть. Ай-ай-ай-ай. Помнишь, того Ферк, тому там в трейлере в башку стрельнули в бронированного чувака, в него Ферк, он феркнул только, да? Это по идее ты такой. А, так я сейчас в броне, получается, хожу. Да, как, я не знаю, терминатор. По идее. Он по мне хуячит, у меня такие, знаешь, звук по металлу. Ты, ну так ты ж помнишь с трейлера тот чувак, ну, да, который... Ему в голову, да, он... Ну вот и я, наверное, так же сейчас поражу. Знаешь, чем, что мне напоминает ДМР-ка, которого медика? Вот в тройке, если взять СКС и не повесить на него вот толщенник. Вот приблизительно так стреляла в тройке СКС-ка, по-моему. Блин, да ну, Ваня, я не могу. Блять, меня зарезал хуй какой-то. Зарубил скорее. Я сразу взял саперную лопатку, кстати. Саперную лопатку? Да. Где его выбирать? Внизу, там, где все снаряга на самом конце. Ага, понял. Бля, серверов мало, серверы все забиты, это жопа. Вместе поиграть это... Я уже хочу поиграть, но я 10 минут втыкаю. Я тоже сейчас... Ох и отдача. Богдан, а я... как ты там говорил поменять это все? Блин, подожди, я... мне надо сделать... Не Богдан говорил, а я. Там, и смотри, кастомайз будет. Где-то нет, посередине слева. Нет, там. Память жрет, короче, 3 с хуем гига, блядь. Ну, ты может, если оно перевалит за 3,5 и 970 задыхается, Максимка. Может быть. Они же 3,5, помнишь? Ай, ляпота. Богдан, ты знаешь, как видюхи поставить эти кадры? Дима, Саша, я очень плохо слышал, у меня игра сейчас стоит почему-то намного громче, чем... А ты поставь громкость, там громкость... Богдан, открой... Ой, какой Богдан? Донской, открой MCI Autoburner. Ну, открыть панель управления, да? Не, MCI Autoburner. А, сейчас. Ага. Ну? Видишь Power Limit? Ну. Он на сколько? На 100%? Да, на 100. Ну, меньше, поставь на 90. А что, хочешь сказать, что у него не вытягивает блок питания или что, или что? Я не знаю, что у него, но если человек хочет себе уменьшить FPS, я ему подсказал как. Просто уменьшаешь электропитание видюхи. Нет, у меня что-то какая-то хуйня, дрова как-то криво стоит, наверное, из-за этого вырубался. Я когда стрим настраивал, тоже вырубался. А когда, Богдан, как там в этом самом... в NVIDIA вот это настроить, только это можно построить, что 60 кадров только выдавалось, ты не помнишь как? Где? Там какую-то там надо поставить, да? Не, ребят, коннектись теперь вы, помни, меня задолбало, я играю. Виртуальный синхроимпульс или как? Да, вертикальный синхроимпульс. И сколько там, выключить его? Ну, я его включал иногда, если хотел разгрузить проц, допустим. Его включаешь, у тебя нагрузка на прос падает нормально. Как бы... Ну и я не знаю, это, конечно, вот... все субъективно, и я не могу понять, если действительно разница на 60-герцовом Монике... Ах ты ж, падла! Ой, как он дохнет забавно, такой... Вот, я просто не знаю, есть ли особый смысл на 60-герцовых мониках от 100 с плюсом FPS. Вроде как чуть плавнее картинка, но и вроде не прям настолько, чтоб критично и прям вообще. Короче, я все. У меня сейчас кажется, что у него все равно 200 FPS, вот он показывает и все. Ну так менюхи, да. Менюхи, какая у тебя нагрузка? А, 60, да. Не, я сейчас хоть и записываю, но я все равно включил этот... оверлей, и я смотрю. Не, ребят, надо вместе в одно лобби, а потом завалиться на один сервер. Сервера вообще, смотрю, пустых дофига. Это да? Не круто. То есть, есть отдельно полностью полные сервера, а есть пустые. Это тупо. Ну вот смотри, я вот, ты у меня светишься, что ты тут есть у меня. Ну да, ты, только я вот по Богдану не пойду. Что ты там? Файл, ты сейчас в игре, нет? Я сейчас в игре, да. Ну, дашь как-то наконец-то. У меня 10-12. Ну, вот, по идее, сейчас Богдану нормально подключить.
А можно. Ой, как прикольно! Тебя выкидывают, что ли? Все, я к Богдану поеду. А, вот мне какой-то там Джон Геймс, да, нет, это что это такое? Ну, по идее, я хозяин этого пати, хочешь к Богдану, типа, завались, а Джон. Ну, если нажал. Да. Ничего не происходит. А, вот что-то пошло. Бля, выкинуло в меня. Блять, я перезагружаю все. Ой, все. Блять, меня уже достало. Нормально играл, потом началось что-то. Оп, мейтинг.